28 января в здании администрации прошло очередное заседание административной комиссии. На рассмотрении было 14 протоколов о нарушениях закона Смоленской области. Традиционно наиболее популярный проступок горожан – шум в ночное время. Покой соседей, оказывается, может стоить денег. Некоторые узнают об этом лишь от членов комиссии. Хотя штрафы за такой проступок предусмотрены соответствующей статьей и составляют от 1 до 3 тысяч рублей. Столько и было назначено по 6 административным протоколам. В одном случае члены комиссии ограничились предупреждением. Хотя, когда именно нельзя шуметь, также указано в законе. С понедельника по пятницу после 22 часов до 7 часов утра. Исключение установлено федеральным законом нерабочие праздничные дни. В субботу после 23 часов до 7 утра. Видите, в понедельник, пятницу с 22, в субботу с 23. И в воскресенье и праздничные дни после 23 часов до 9 часов утра. С этого года изменилась ответственность за невыполнение правил благоустройства. Под эту статью попадают случаи неправильной парковки, которых в этот раз было 4. Минимальная сумма повысилась в том числе и для физических лиц. Теперь она составляет не 3, а 4 тысячи рублей. Предупреждений не предусмотрено. На тот момент, когда я парковалась, на данный момент... Мы вас понимаем, но... Бывает, я понимаю, такие стечения, когда вот именно не в том месте, не в то время, как говорится. Это заседание стало первым не только в этом году, но и первым в обновленном составе. В январе глава города подписал постановление об утверждении новых членов комиссии на следующие 2 года. Традиционно ими стали неравнодушные горожане, сотрудники местных предприятий, правоохранительных органов, администрации. Думаю, что по истечении 2 лет мы с вами также подведем итоги и возьмем все самое лучшее, что было до этого в течение более 10 лет заложено в традиции административной комиссии города Десногорска. Предыдущий состав комиссии отработал положенный срок в 2 года. За это время было проведено 39 заседаний. Рассмотрено было 536 протоколов об административных правонарушениях.